В занятии по книжной иллюстрации мы знакомим ребят с устройством книги, с некоторыми техниками, которыми пользуется художник-иллюстратор. Мы занимаемся техникой аппликации, но наша главная задача – сделать авторский проект, авторскую книгу по истории, которую придумывают сами дети. Мы делаем обложку, форзац, титульный лист и начинаем, собственно, иллюстрировать книгу. Это история про поезд, да? Кто на нем приехал? Я с бабулей. С бабулей приехал с